Деньги – это очень здорово и классно, но здоровье и семья тоже очень важны, как бы во всем успевать. Вы знаете, ну так, если смотреть на жизнь, то все, конечно, важно. Дело в том, что у каждого человека есть своя шкала ценностей и приоритетов, да, и своя шкала каких-то талантов, возможно, ну, скорее всего. Поэтому я думаю, что тут у каждого успевать все не надо. Каждый должен выбирать, что для него важнее и в какой период времени, да. У нас же не зря есть какие-то периоды, мы там... Я не понимаю людей, которые, например, рожают детей очень рано, да, и при этом говорят, что они хотят строить карьеру там. Ну, то есть какие-то тупые, необдуманные поступки, ну, простите. Вот, просто очень много людей не соображают своей головой, что-то натворили, потом начинают это разгребать. И есть просто момент того, когда ты понимаешь, что сейчас время такое, потом время у тебя такое. Я помню, когда я родила Алису, тоже думала, господи, я так много всего хочу делать. Но при этом я себе напоминала там о том, что, блин, так она же вырастет, это будет не всегда. Вот сейчас я смотрю, Элис будет 10 лет. 10 лет, как я мать. Вообще не верится, она уже такая взрослая девушка, Евке вон уже 7 лет. Тоже все говорят, Толь, ты же ее только родила. Всему есть свое время, нужно просто себе задавать вопрос, что сейчас для тебя важно, чего ты хочешь и что для тебя нормально. Для меня было всегда нормально совмещать материнство с работой, как и сейчас нормально совмещать. Я по-прежнему продолжаю, в общем-то, это совмещать. У меня уже год нет в няне, а темп девочек только растет. А мой собственный, ладно, темп девочек, мой темп, вот, совершенно сумасшедший сейчас. Вот, но тем не менее, все возможно, было бы желание, как говорится.